бабушке благовест. Кто был нашими зрителями на ринге аборигенных пород? Чемпионата России среди аборигенных пород буквально час назад и видел эту лошадь. Эта лошадь долгие годы была абсолютным чемпионом породы и лучшим жеребцом основного класса. Лошадь вятской породы благовест. И сегодня она была призером ринга жеребцов основного класса. И эта лошадь имеет титул «Лучший абориген России». И сейчас несколько прыжков, чтобы показать вам, что вятская лошадь умеет прыгать, а не только помогать фермеру и участвовать в манежной езде. Раньше трудно было встретить прыгающую вятскую лошадь, а теперь клуб «Лаир» тренирует вятских лошадей на прыжки. Вятская лошадь может успешно выступать в детском конном спорте, в конкуре и манежной езде.